Всем привет! Сегодня снова обзор наборчика и снова от фирмы Риолис. Вот такая вот новиночка появилась у меня, необычная, замечательная. Те, кто смотрел обзор каталога фирмы Риолис, помнят, что я сказала, что вот этот наборчик мне больше всего понравился из этой серии. И вот, наконец, он у меня в руках. Сегодня хочу показать вам, что входит в этот набор. Посмотреть, конечно же, сама. И, пожалуй, не удержусь и сразу начну его вышивать. С обратной стороны здесь еще изображены два набора из этой серии. Это такая серия вышивки антистресс по аналогии с раскрасками антистресс. Так вот интересно эта вышивка смотрится. Здесь разные всякие шовчики. Ну, давайте заглянем уже внутрь. Размер готовой работы 21 на 30 сантиметров. И смотрим, что у нас здесь в наборе. В наборе у нас ниточки шерстяные. Ниточек 17 цветов. Такие вот они яркие, красивые. Есть темные оттеночки зеленые, но в основном вот яркие такие красно-желтые, оранжевые. Цветовая гамма очень и очень. Так, основа. Вот, тоже любопытно было посмотреть на основу. Это равномерка или что-то очень похожее. Так, сейчас посмотрим. По описанию написано, что ткань с напечатанным рисунком. Какая именно ткань, не указано. Вообще, мне кажется, по ней можно вышивать в принципе как по равномерке. Такое отчетливое в принципе достаточно плетение тут читается. Так, попробую показать поближе. И здесь рисунок сразу напечатан на вот этой ткани. А сразу же здесь идет иголочка. Иголочка в данном случае острая. Видимо, чтобы шовчики были более ровными. Так как не всегда между переплетениями надо будет иголочку втыкать, наверное. Что у нас здесь? Здесь у нас инструкция по различным швам. Здесь не только стандартные швы, да, это как там шов вперед, иголку, назад, иголку. Здесь также тамбурный шов, шов-козлик. Французский узелок, хорошо нам знакомый, петелька в прикреп или Lazy Daisy, цветочки из этих же петелек, снежинка, стебельчатый шов, петельный шов, круговой петельный шов, елочка, закрытый летящий шов, шов прикреп, коралловый, двусторонняя прямая гладь, шов песочек, декоративная сетка. Большой выбор, большое разнообразие швов здесь указано в инструкции. Причем инструкция идет и с рисунками, и с описанием. И вот, собственно, схема. Схема, конечно, сначала немножечко пугает, но я думаю, что разберемся. Так, серия называется у нас «Вышивальная терапия». И даже, в принципе, написано, что можно не придерживаться строго схемы. Примерно так, покажу вам поближе, как выглядит схема таким вот образом. И, соответственно, в ключе у нас тоже есть обозначение. То есть здесь вот используется конкретно в этом наборе шов в прикреп. Это коучинг, выкладная нить, да, иначе, может, кому-то более знакомое название. Шов назад иголку, то есть бэкстич. Тамбурный шов, петелька в прикреп или Lazy Daisy, цветочки из этих петелек, снежинка, рассыпной шов, французский узелок и двухсторонняя прямая гладь. Получается, что цвет мы определяем по вот этому цветовому ключу, который указан здесь правее. И сам шов мы определяем, исходя из вот этого ключа, который расположен рядом. Очень интересно. Вот буквально мне только попал набор в руки, и мне вот захотелось его распечатать и сразу с вами поделиться, сразу все рассказать, показать и начать скорее. Потому что, ну, прям вот очень-очень интересно
посмотреть, как это будет получаться. Так что подписывайтесь на мой канал, обязательно будет интересно. Всего доброго, пока-пока!